По словам артистки, ее стали часто сравнивать с Анастасией Волочковой. Актриса Анастасия Самбурская в своем блоге призналась, что ее часто сравнивают с Анастасией Волочковой. Якобы она ведет себя так же, как балерина. Чтобы опровергнуть такое мнение, актриса опубликовала говорящее фото. На снимке Самбурская шпагатом соединяет перила яхты. «Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя, как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего», — смеется актриса. Волну быстро подхватили поклонники, написав, что Анастасия Самбурская куда лучше известной балерины. «Одно лицо просто, один шпагат», — шутят подписчики. Больше по теме. После скандального ухода из театра Самбурская даст несколько концертов, актриса решила сосредоточиться на карьере исполнительницы. Однако какие бы фото актриса не публиковала, все внимание приковано к ее уходу из театра на Малой Бронной. В нем она работала на протяжении 10 лет. Причиной ухода стали напряженные отношения с режиссером театра Антоном Яковлевым. По мнению Самбурской, ее буквально заставили уйти, заменив другой актрисой. Напомним, переписка с режиссером, которую Яковлев просил не делать достоянием общественности, артистка опубликовала в своем блоге.